рыбалку с ночевкой, но без палатки. Поеду к другу старому. У него лодка есть и дом на берегу озера. Половим щуку, окуня. 2 дня хороших, сегодня, завтра. Потом начинается дождь. Как-то так. Это не ПЗРК, друзья мои, это тубус. Из канализационной трубы, там у меня 2 спиннинга. Чтобы не поломались во время путешествия. Едем! О, налегке. Не очень красивые. В смысле красивые, но вроде бы дождь не обещали. Видно, да, видите, дорога идет. Слева, справа озера и высоты такие. Очень удобно делать засаду. Ну, это место было тоже уже в древности населено нашими предками. Место козырное. Сейчас посмотрите. Ну, НЦХ прет как трактор. Даже не надо газовать. Будем заезжать к нему. Шлагбаум закрыт. Но мы можем аккуратно объехать, я думаю. Так, очень-очень аккуратно. Не хочу открывать. Так, главное, чтобы не было бутылок. Вот так. Я знаю, где ключ, но не хочу слазить, открывать. Ну и вот второе озеро. А здесь, видите, такая гряда идет, обалденно. Тут свой микроклимат даже. Вот, если ветер везде, здесь ветра нету. Интересное место, обалденное, мне нравится. Но зимой, конечно, бывает, что заносит все это дело. Заносит. Снегом. И надо трактором чистить, иначе можно не выехать.
самое главное, что у него лодка есть. Мне резиновая лодка, ну тяжело в резиновой лодке, спина болит. У меня есть резинка, но вот в такой хорошей лодке и рыбалка по-другому идет. Вот и озеро, где мы будем рыбу ловить, справа. А вот и его хутор. Что-то есть. Наверное, окунь. Вторую такую щуку ловлю, прищепку, блин. Что мне с ней делать? Друзья мои, надеюсь, камера включена. Будет опять маленькая щука, блин, уверен. Не знаю, видите, ну, эти карандашики меня уже задолбали. Маленькие. Что с ними делать? Что с ними делать? Блин. Как-то надо тебя отцеплять. Гуляй, Вася. Клюнула. Я заметил, что здесь где-то малек, окунь малька бьет, поэтому надо проверить. Окунек взял такой, граммов 200-300, в заглотик, да! О, классно, красавчик, надо его сфоткать. Хорошо бы, если бы это был бы окунь, еще один. Да, за что я его поймал? Хе-хе. За голову, прикиньте. Обалдеть. Берем. Не такой большой, но берем. Так, вот эти все телодвижения. Так я его скорее всего зацепил. Ну, блин. А может он и клюнул, я не знаю. Ну прикольно. Прикольно, прикольно. Опа. Есть, друзья мои. Вот она награда. Еще один окунь. Вечерний окунь. Обалдеть. Красота-то какая. Да, небольшой. Но кайф, друзья мои, когда клюет, это кайф. Ой, боюсь, сейчас взять, сейчас возьму. Опа. Видимо, как я загадал, попросил, что хочу три окуня. Так я и поймал их, все. И больше нету. Мне надо было больше просить. Говорить, я хочу 10 окуней.
Ну что, какой результат? Поймал 3 щуки, все отпустил. Потому что маленькие. И поймал 3 окуня. Окуня беру с собой. Завтра утром поплывем еще раз сюда. Ну и посмотрим. Попытаем. Точку я поставил на часах гарминовских. Попробуем найти это место. Ну, я приблизительно знаю это место, Мелину. Попробуем точно выйти на нее. Эта лодка большая, хорошая. А я помню, на двухместной, на маленькой. Вот так шел на нос лодки за якорем. Наступил ногой вот на самый нос. Она, короче, поднялась вверх кормой, как неваляшка, меня выбросила. И сама обратно встала, как ни в чем не бывало. Вот был прикол. Так. Ну что? Солнце село за горизонт. И мы плывем на базу. 7 часов ровно. А? Точности. И раз. И раз. И раз. И раз. И раз. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Что-то моряком мне никогда не хотелось быть. Вот летчиком все время. А моряком? Не, мне нравятся корабли и фильмы про моряков. Все, но вот что-то не было такого. Да. Особенно помню, в 20-м году поплыли с товарищем на его яхте по Парижскому заливу. И был такой легкий, ну как легкий, относительно легкое волнение, наверное. Блин, как меня укачало. Я весь зеленый был, лежал в каюте и не знал, какую позу занять. Плохо было. Короче, морская болезнь. Ну а товарищ говорит, слушай, мне надо парусами управляться. Говорит, ну, постой за штурвалом, за рулем. Ну, пришлось вставать, превозмочь себя. И как только на берег сошел, все прошло. Ладно, друзья. Все, на сегодня все. Завтра утром продолжим. Так, наконец-то я включил навигацию. Мне надо что-то подстелить. Вот так вот. Плывем на мель. Солнце встает. Красота. Так, осталось 250 метров. Гармин показывает часы. 250 метров. Чайка. И солнце встало, все. Надо, чтобы первые лучи солнца попали в человеческий зрачок. И тогда что-то там активируется в нашем организме. Где-то я читал. Это важно. Но видите, это было раньше. Сейчас-то в каменных джунглях люди этого не видят. Просыпаются на работу, с работы. Так. Сколько там осталось, блин? Солнце светит прямо в глаз. Так, да. 130 метров. О, какая красота. Ну, где-то здесь уже
Ну, я примерно так знаю. Я по ориентирам на берегу это место засекаю. Ну, плюс-минус, я могу ошибаться. Мы уже очень близко к этому месту. Показывает 0,08. Так, ветер откуда? Надо определить ветер. Ветер оттуда, похоже. 0,06. 0,05. 0,04. Ну вот, думаю, здесь будет хорошо. Сейчас по якорю посмотрим. По якорю посмотрим. Да, отлично. Отлично. Ну, пусть будет якорь вытянутый. Лучше лодка будет стоять. Сушить весла. Красота. Вот как предчувствие было, что не взял все блесны, блядь. Только то, что на спиннингах стоят. Сейчас плыть обратно, не знаю. Ай, буду кидать этими. Блин. Вот плыл и чувствовал, что что-то я не взял. Что-то я не взял. Да. А Юс, ты подзывает каукурья? А, я с дома катался, Юс, умаяс. А что это за рула безинат? Ну, я зину, когда ты секлась, я. Ну вот, не клюет. Попробуем возле берега еще, вдоль тросты покидать. Как я забыл коробки с блеснами, вот это классно, да, сейчас ловлю на то, что есть на спиннингах. Две вертушки. Вот это я молодец. Умеете, могете. Еще вот надо туда подплыть, там, где, видите, пирс, где кладки. Там тоже можно прям с берега поймать. Бывали случаи. Сделаем в конце. Да. Здесь надо ловить на незацепляйку, потому что вертушка все время цепляется. Видите, надо подбросить ближе к тросте. А вот там, где щука стоит, там много препятствий водорослей. И ничего. Солнце такое, как прожектор, уже светит. Здесь хорошо, что заветрие есть. Но погода будет меняться, поэтому такого клёва активного нету. Хотя вчера вечером нормально поклёвывало, более-менее. Ну, мелкая ловила щука и окушки. Вот сейчас с утра все уже. Уже все. Солнце встало. 9 часов. Поплывем в берег. Попробуем вот такую незацепляйку, арапалу, с берега. Несколько забросов, если нет, то нет. Погода меняется, ветер сильный. Ей хорошо ловить в водорослях, она не цепляется. Проходит медленно, играет хорошо.
и летит хорошо. Thank you.